Всем привет, дорогие друзья, с вами Хога, канал Хога Плей. И хочу поздравить всех с наступающим Новым годом сразу. Также хотел с вами поговорить вообще, собственно, за год, что у меня произошло, что я желаю в новом году. Собственно, это такая серия, так сказать, не по игре, а конкретно хочу просто с вами поговорить. Много что изменилось за целый год. Я более стал активнее заниматься каналом. Как-то лучше стали выглядеть превьюшки, допустим. Также я видео работаю над этим. Вот, да? Я думаю, ты это заметил, что что-то начало меняться на канале. Ролики выходят чаще. Я очень-очень искренне всем благодарен за активность, которая хоть и не сильно, на самом деле, заметно по каналу. Допустим, там какие-то 5-10 лайков на видосе, для меня это уже очень большое достижение, для меня это очень много что значит. Спасибо большое всем тем, кто подписан на меня. Я желаю этим людям нового офигенного года, чтобы все у вас сбывалось. В общем, сейчас вот как бы и поиграем, и поговорим еще на эту тему. Как у тебя вообще дела? Напиши мне в комментарии, что ты на Новый год загадал. Как ты проводишь Новый год? Напиши обязательно в комментарии, мне будет интересно. Вот. Так, а куда мы сейчас побежим? Побежим куда-нибудь хоть по карте-то поглянем, а то что, просто так что ли бегать? Вот, как ты, интересно, мне проводишь свой Новый год? Сейчас сюда меточку поставим, вот так вот. Оп. Вот, так что сегодня я хочу поговорить про Новый год. Собственно, сейчас мне осталось до Нового года 3 часа. Вот, по МСК. У тебя, может быть, он уже есть. Может быть, скоро сейчас у тебя Новый год уже настанет на момент даты выхода этого видео. Вот. Желаю тебе в этом новом году и всем счастья, всего наилучшего, чтобы у всех мечты свои сбывались, чтобы все в новом году стремились к чему-то лучшему. Желаю всем добра, позитива и побольше улыбайтесь. Вот. И еще раз хочу отметить то, что очень сильно благодарен всем, кто подписан на мой канал. Вот эти вот 407 подписчиков. Ребят, все те, кто подписан на меня и смотрит, я вам выражаю огромную большую благодарность за это, потому что я оцениваю и ценю каждого человека, который подписывается на меня. Также за какую-то активность я тоже сильно очень ценю, потому что меня это мотивирует снимать дальше ролики. Мне это делает какое-то вдохновение, чтобы я шел и занимался для вас какими-то видосиками прикольными, старался как-то сделать лучше контент. Я понимаю, что у меня не очень хорошая видеозапись, что я понимаю, что у меня не очень хороший микрофон. Все по максимуму моих возможностей я делаю. Стараюсь для вас сделать контент какой-то интересный, какие-то новые новиночки всегда стараюсь на канал. Вы заметили, я думаю, что вот за последние, наверное, 3-4 месяца у меня вышло довольно-таки очень большое количество новых игр. Стараюсь для вас искать самые интересные, сочные новиночки. То есть я работаю над этим. Я пытаюсь в каждом видео сделать контент лучше, что касается, еще раз говорю, превьюшки, самого видео, звука, все работаю и стараюсь сделать с каждым видео все лучше. То есть никогда не делаю, просто выложил видео по какому-то шаблону и просто залил его. Нет, всегда стараюсь вносить какие-то новые изменения, чтобы прогрессировало все. Вот. Большая работа проделана по превью. Я старался как-то сделать их более качественнее, более интереснее, чтобы... Вот. Но это, я думаю, особо сильно не важно прям уж. Должно видео само быть в целом нормальное. Вот. Так что, ребята, вот еще раз говорю, что спасибо большое всем тем, кто смотрит мой канал, те, кто подписывается на меня. Большое спасибо. Желаю вам в новом году, чтобы было все у вас замечательно. Также сейчас сам уже скоро сяду за стол, так забяк. Так, сейчас его на, по лицу. Отлично. Что, вещи есть? Нет, ничего. Вот, напишите мне, как вы празднуете свой Новый год. Расскажите, что интересного, чем будете заниматься в новом году. У меня много очень планов. Я планирую
Это что такое? Колесо? Это колесо? Нифига. Я планирую еще много-много чего интересного вводить в канал. Я работаю над этим. Очень-очень много планов. Очень много разного игр наперед уже есть. То есть мы с вами обязательно поработаем с какими-то новиночками. То есть я буду стараться выложить для тебя какие-то классные новиночки, чтобы тебе нравилось. Да? Также мне вот интересно, я вот иногда выкладываю какие-нибудь нарезочки, такие смешные нарезки, или, например, нарезки каких-нибудь убийств прикольных, там, в разных, допустим, играх, те же самые. Вот я по GTA выкладывал там смешную нарезку, с друзьями угорали, да. Потом также я выкладываю нарезки по Дейзу. Кстати, вот давно не было, ты вот напиши мне комментарий, как тебе вообще нарезочки нравятся, которые вот я делаю по убийствам вообще. Я смотрю, по просмотрам довольно-таки залетает. Ой, а что это такое? Что случилось? Что-то у меня это подзависло все. Вот. Мне очень и интересно вообще, что хотят люди видеть на канале. Какие видео делать? Какие игры хотели бы посмотреть? Я... Ага, классно стрельнул. Я планирую в дальнейшем стримить, но не полностью, а вот там раз в неделечку, может быть, раз или два раза в месяц проводить. Ну, не знаю, как пойдет, но стримы обязательно будут проходить по каким-то разным играм. Буду общаться с подписчиками, то есть это все будет. Также я буду вносить разные какие-то моменты, разного характера записи видео. То есть, например... будет, например, неделя нарезок. Чисто буду делать, например, нарезки. Или, например, делать буду чисто записи каких-нибудь хорроров. Я просто не знаю, что кому как заходит. Я вот по каналу, у меня самое популярное видео — это девушка играет в доту. Также одно из самых популярных у меня видео на канале — это глазами новичка. Вот вам, я смотрю, заходят вообще эти видосы, где я в какие-то игры играю первый раз. У меня есть еще парочку задумок, какие популярные онлайн-игры я не играл, и они есть. Я думаю, еще будет пару роликов глазами новичка. Вот. Так что обязательно еще глазами новичка появится у меня на канале видео. Не одно, парочку точно. Вот. Но суть в том, что я как бы подвожу, так сказать, итоги года, что... Я начал более активнее заниматься каналом. Я начал более активно выкладывать видео, работать над видео. Сейчас меня завалят нахуй. Вот. Как-то для тебя стал более стараться делать качественный контент, стабильный контент. О, что это, дедушкина двухстволочка у нас тут, да? Вот. О, какая шапочка. Прям мы вообще техасский рейнджер. Блять, я теку. А что, у меня есть что-нибудь? Поранили меня аж два раза. Так что я очень рад, что ты мне ставишь лайки, что ты подписываешься на меня, что ты смотришь меня. Каждый человек — это на вес золота для меня. Я это очень сильно ценю. Ну что, дорогие друзья, еще раз хочу поздравить всех с Новым годом. Желаю всем счастья, добра. Побольше улыбайтесь, чтобы у вас в новом году все было замечательно. Проводите время побольше с родными, с семьей. Уделяйте время своим близким. Это очень важно. Дарите подарки, дарите радость людям. Занимайтесь, собственно, полезными делами в следующем году, чтобы было все отлично. А на этом все. Еще раз всех с Новым годом. С вами был Хога, канал Хога Плей. До новых встреч.